Друзья, приветствую всех. Сегодня я вам расскажу о своей крипте. Расскажу, как на этом дохрена заработать денег. Покажу, где я храню крипту. Расскажу, как вывести крипту. Короче, досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Не снимал я видео о крипте, наверное, с 17 года. Тогда был хайп, и сейчас хайп. И сейчас самое время для этого видео, и сейчас опять золотое время, чтобы зарабатывать на крипте. В 17 году было золотое время, и сейчас золотое время. Вот так вот все это выглядит. На трех компах у меня крипта. Так как крипта — это у нас электронные деньги, поэтому нам понадобится электронные устройства, ноутбуки, флешки. Итак, давайте начну с азов. Как работать с криптой? Как будем работать с криптой мы в закрытом канале? Смотрите, мое золотое правило — 50 на 50. Неважно, какой актив. Есть правило 50 на 50. Итак, 50% средств — это долгосрочное вложение. Мы инвестируем в самую топовую крипту. Вот я храню 50% в самой топовой крипте. Остальные 50% мы направляем на спекуляцию. Мы с помощью них будем делать деньги, и эти деньги будем переводить в основную крипту. Итак, моя основная крипта — это биткоин, эфир, лайткоин, кардана, рипл. 5 основных моих криптовалют. И в этих криптовалютах я буду пока держать деньги. Какую-то часть из этих долгосрочных вложений я буду фиксировать и переводить все в биткоин, потому что основа — это все-таки биток. История нас научила, что до битка всем еще далеко. Биток вырос, остальная крипта, вот, к примеру, лайткоин, вот, только сейчас подобралась к пикам, только сейчас, смотрите. Вот 18-й год, и вот она, только сейчас сравнялась с пиком 18-го года. А где у нас биткоин? А биткоин у нас улетел в космос. Итак, друзья, как срубить дохрена денег на крипте? Раскрываю вам секрет. Купить и забыть. Так сделал я. В 17 году на хайпе я накупил до хрена крипты. Потом пошел, видите, бурный рост. Я не продавал тогда. Я тогда не продал, я тогда не фиксировал прибыль. Часть я фиксировал, но основную часть я не зафиксировал. Потом потерял 100 тысяч долларов, я уже рассказывал. Хорошую часть я, конечно же, зафиксировал. Купил квартиру, но я тогда был молодым, зеленым и думал, что она будет расти, расти вечно. Все, за этим будущее. Она будет расти вечно. Я тогда только начинал. И она пошла вниз. Прибыль моя сдулась. Но что я сделал? Я не продал. Я не очканул, я не продал. Я просто забил на нее. Вот. Один год, второй год, третий год. 3 года. 3 года ничего не происходило. И вот сейчас опять пошел рост. И я лайткоин, это у нас лайткоин, видите, я лайткоин зафиксировал. Покупал я лайткоин вот здесь, по 30 баксов. И вот здесь, по 50 баксов. И продал я его только вот сейчас на отметке в 306 долларов. В открытом канале я делал об этом пост. Можете зайти, почитать, первая ссылка в описании. В открытом канале вы можете посмотреть, на чем я зарабатываю. Там только статистика, там нет сигналов. Сигналы в закрытом канале, вторая ссылка в описании. В открытом канале только статистика. И вот я впервые притронулся к крипте, ну, зафиксировал прибыль с 17 года. Я продал 60 штук, их я покупал по 30 долларов. Вложил 1800. 1800. Забрал 18 тысяч. 18 тысяч. Прибыль, блин, 1000%. 1000%, вы представляете, в 10 раз. Я тогда дурак не выводил. Вот здесь нужно было мне зафиксировать часть. Но сейчас я эту часть зафиксировал. Ну что, переходим к самой старой крипте. Самая старая крипта — это у нас биткоин и лайткоин. Смотрите. Это у меня компьютер специально для биткоина и лайткоина. Вот так вот выглядят кошельки. Вот у нас биткоин кор, вот у нас лайткоин кор. Здесь вы видите, у меня один биткоин. По лайткоину данные еще не обновились. Так что я пока биткоин миллионер. Правда, рублевый и гривневый. Но надеюсь, через лет 5 стану долларовым. Это оригинальные кошельки. Это самые древние, так сказать, кошельки. Они самые надежные. Но они реально древние, и здесь с ними куча проблем. Вот у меня, например, с лайткоином, он у меня
перестал работать. Перестал работать, потому что я его еще установил давно. И вот сейчас он у меня не работает. Видите, транзакции не проходили, поэтому мне пришлось его переставить. Litecoin Core у нас весит 50 гигов. Его я скачал за сутки. Bitcoin Core у нас весит 500 гигов. 500 гигов. Его я качал месяц. Месяц. С перерывами, правда. Его я качал месяц. То есть месяц вам нужно, чтобы скачать вот этот вот кошелек. Если у вас нормальный компьютер, а не такой компьютер. Ну, правда, это тоже нормальный компьютер. Я его брал специально для крипты, поэтому я не хотел брать дорогой компьютер. Если у вас нормальный комп и нормальный интернет, вы за недельку управитесь. Короче, ребята, это кошельки надежные. Я поставил их на Маке. Все нормально, все работает. Поставил новые версии. Очень важно этот кошелек защитить паролем. Очень-очень важно. Отсюда можно сгенерировать один файл, который весит там пару килобайт, и переустановить свой кошелек со всеми своими биткоинами, лайткоинами на другой комп. Можно его переустановить, но если там не будет пароля, если у вас этот файл украдут, все биткоины могут забрать у вас. Поэтому защищайте кошельки паролем. У меня все кошельки защищены паролями. И этот пароль у меня только вот здесь, только в голове. У меня есть связка паролей, которые я храню только в голове, только здесь. Они у меня не записаны нигде, ни в блокноте, ни на бумаге, ни на компе. Их нигде нет, они у меня только здесь. И поэтому я все эти кошельки защитил паролем. Здесь у меня, вы видите, визуализация. Золото, серебро, это не визуализация, я не просто так сюда положил золото и серебро. Смотрите, золото, это пока самые-самые настоящие деньги. Биткоин, это цифровое золото. Лайткоин, это цифровое серебро. Вот настоящее серебро. В каком смысле настоящее? Ну, в том смысле, что его реально можно пощупать, и это огромный плюс этих денег. Минус вот этих вот денег, да, эти деньги непонятно где. Они даже не в воздухе, это непонятно что. Если что-то случится, не дай бог, да, если что-то случится с сетью, мы не знаем, что может произойти. Если что-то случится с электричеством, вырубят на планете нахрен электричество, все, не будет у вас денег. Вот, биткоин будет стоить ноль, ноль вообще. Ну, его не будет, он исчезнет. Поэтому я вас учил, держите деньги всегда во всех активах. Во всех активах. Слитки, золото и серебра у вас должны быть. Не нужно продавать квартиру, брать все деньги и нести в крипту. Потому что вот сейчас хайп, нужно нести. Золото, доллары у вас должны быть. Да, это бумага, да, они обесцениваются, но должны у вас всегда быть деньги. Это ваш неприкасаемый запас для того, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. Я так люблю говорить. Не для непредвиденных обстоятельств, а для того, чтобы не было. Если у вас есть деньги, у вас непредвиденных обстоятельств не будет, потому что вы защищены, вы морально спокойны, да? Вы знаете, что у вас есть подушка, и ничего плохого не случится. Итак, переходим к остальной крипте, переходим к Ripple, к эфиру. Эфир у меня вот здесь, на этом сайте. Сайт называется My Ether Wallet. Я этот сайт оставлю. Я, короче, все ссылки оставлю в описании на все сайты. Вот здесь у меня эфир. Вот. В разделе «Программный доступ». Самый простой способ. Тут, видите, написано «Не рекомендуется». Так, вот здесь у меня Ripple. Немного такой кошелек напряжный, потому что здесь нужно проходить верификацию. Ну, тут все просто. Фотки всякие там отправлять. Вот, называется GateHub. Его я тоже оставлю в описании. Так. И Cardano у меня вот на этом кошельке. Daedalus Mainnet. Давайте запустим. Вот, видите, я Litecoin. Нужно обновить кошелек. Litecoin переустановил сюда, и с ним здесь проблем нет. Вот он весит. Видите, 51 гиг. Так, вот кошелек, его нужно обновить для Cardano.
тоже ссылочку оставлю. Это все оригинальные кошельки. Здесь мы в гостях у Санта-Клауса. Это динозаврик, который какает конфетами. Вот такая тема. А вот это моя мечта. Красный Феррари. Так, небольшая пауза. Смотрите, что еще хотел сказать. Где мы будем работать с криптой? С криптой мы будем работать на бирже, вот, Binance. Вот на этой бирже. Раньше я торговал на бирже Bitfinex. Еще в 2017 году, тогда она была самой топовой биржей. Вот, теперь Binance. Это самая топовая площадка, самая простая. Здесь большой выбор крипты, так что работать будем только здесь. Также здесь есть крутая реферальная программа. Вот, смотрите, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, вы получите скидку 20% на комиссии. Я еще такой партнерки не видел, чтобы можно было делиться комиссионными с подписчиками. Такого еще реально не видел, и вот на Binance они это сделали. То есть я получаю 20%, и вы получаете 20%. Это очень круто. Если вы зарегистрируетесь на оригинальном сайте, этой скидки, кстати, не будет. Эта скидка будет только если вы зарегистрируетесь по моей ссылке. Можно, конечно же, вот, поставить и 0. Некоторые блогеры ставят 0 и забирают все себе. Вот, я поставил 20 на 20. Так что имейте это в виду, потому что я затупил. Я зарегистрировался без этой скидки, я тогда еще не знал. Так что есть вот такая вот приятная тема на Binance. Теперь по поводу вывода денег. Как вот крипту превратить вот в эту тему. Как? Все очень просто. Есть сайт, называется Best Change. Я часто об этом сайте говорю. Здесь настолько все просто. Есть две колонки. Вот здесь вы отдаете биткоин, а в этой колонке что вы хотите получить? Вот выбираете наличку. Все. Здесь выбираете сайт. Дальше переводите этому сайту биткоин, и вам привозят на следующий день 60 тысяч долларов. Или вам нужно поехать и забрать эти деньги. Все мега-мега просто. Чем выше видите в списке обменник, тем меньше комиссий вы заплатите. Также смотрите по отзывам. Но на этом сайте только проверенные обменники. Здесь не будет развода. Короче, ребята, так выводить крипту проще всего и удобнее всего. Я так вывожу крипту, я так обналичиваю деньги с WebMoney. Переводишь деньги, и тебе приносят наличку. Все, это настолько просто. Если нужно что-то купить, отдал биткоин, тебе привезли деньги. Все, все мега просто. Вот такое вот, короче, у меня рабочее место. Видите, нету ни хрена у меня офиса. Все в зале, все компы разложил. Многие, кстати, мне говорят, почему ты работаешь на старых маках? Ты же можешь себе купить крутой мак. Вот, я любимой подарил, ну, 2 года назад или год назад, самый последний мак на то время. И это полное дерьмо. Полное дерьмо, потому что здесь вот эта вот херня. Ну, ребята, это такой бред. Я понимаю, что в скором времени будут вот такие вот везде разъемы, да, что это будущее. Но сейчас это мега неудобно. Сейчас мне нужно вот ставить флешку, вставить такую флешку. Если брать этот Mac в путешествие, то только такой Mac. Он мега удобный. И здесь есть самая крутая тема. Вот она, вот она. Видите, я даже пленочку не снял. Я забрал этот Mac. Это последний MacBook этой версии в нашей стране. Последний. Последний MacBook на 1 терабайт со светящимся яблоком. Их уже не выпускают. И я его забрал. И я его забрал, и это самый топовый Mac. Это пока полная хрень. Монтировать здесь классно. Работать со звуком здесь классно. i7 процессор. Ничего не лагает. Сидеть в интернете тем более. Удобно, торговать удобно. Так что я выбираю удобство пока. Также я вам хочу порекомендовать вот эти вот книги. Читайте книги, читайте Forbes, читайте журналы. Здесь очень много крутых, интересных статей. Первая книга «Разумный инвестор» Бенджамин Грэм. И вторая книга – это Джереми Миллер «Правила инвестирования» Уоррена Баффета. Это последние мои книги по инвестициям, которые я прочел. Топовые книги. Всем советую. Ну что, ребята, будем потихонечку залетать в крипту.
Сейчас моя цель заработать 2,5 биткоина. Сейчас у меня уже есть 2,5 биткоина. Хочу заработать еще 2,5 биткоина. Но я не хочу их покупать. Я хочу их заработать с помощью остальной крипты, которая у меня есть. Увеличить свою остальную крипту и перевести эти деньги в биткоин. Работать в закрытом канале мы будем только через биржу Binance. Ссылка на биржу в описании со скидкой в 20%. Также, ребята, подписывайтесь на все мои каналы. Ссылки в описании. Подписывайтесь на инвестиционный канал. Кнопка едет, серебряная кнопка. Вот едет, должен на днях ее забрать. С золотой кнопкой проблемы. Золотую долго ждать. Уже будет у нас 3 серебряных кнопки. Вот, подписывайтесь на канал по инвестициям. Я в этом месяце выпустил там уже 3 ролика. 3 ролика вышло. Будет много там интересной и полезной инфы. Будут инструкции. Если хотите инвестировать вместе со мной, добро пожаловать ко мне в закрытый канал. Вторая ссылка в описании. Ну что, топим. Зарабатываем деньги. Подписывайтесь на все каналы, если не подписаны. Подписывайтесь на этот канал. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Что же вам пожелать напоследок? Я в каждом видео что-то желаю. Желаю вам правильного мышления, финансовой грамотности. И тогда у вас всегда будут деньги. Тогда вы не потеряете на инвестициях. Я вот был зеленый вот здесь. И все равно я заработал. Я был зеленый. Я вот здесь мог все продать. И уйти в минус. Вот здесь, когда все рухнуло. Но я подождал. И заработал. Если у вас правильное мышление, вы всегда будете здесь зарабатывать. Вы никогда не потеряете. Желаю вам правильного мышления. И огромных денег, конечно же. Всем пока.